Всем привет, ребят, с вами я, Император Prime, и сегодня генеральное сражение. Ой, а что это за херня? Да, это, короче, придумали в картофане бои 30 на 30. Что же тут расскажешь? Интересно ж посмотреть, идите колыхать, что тут вообще за канитель серьезная, короче, происходит. Так. Так, сейчас я, короче, по-быстрому все тут сообщу ВКонтакте. Всем про серьезные бои. Так, вот это отправляем. Вот так. Опа. Оп, оп. Так. Теперь, твою мать, давай рассказать. Рассказать друзьям. Рассказать всем. Все рассказал всем. Вроде бы. Всему миру. Что тут серьезная нахрен канитель. Так. Чё-то рано. Блин, почему рано? Уже без 26. Я вообще думал в 4 постримить. Или в 5. Ха-ха, ты ж на работе. Так я что не на работе. Бывает. Так. Блин, а ты, кстати, смотришь мне. А, ну вот, обновилось 4 человека. Так, ладно. И что, пишите, короче, кто там подтягивается понемногу. Так, ладно. Насколько я знаю, короче, тут этот. Настройки внизу. Вот ставите генеральное сражение. Видите, только для техники high level. Ну, десятки, так, короче. О! Небольшое снижение производительности в данном типе боя может наблюдаться, написано. Да? Да ладно, серьезно? Нихера себе, короче. Небольшое. Так, ладно, ну чё? Типа погнали, короче. Не знаю, сейчас возьму какую-нибудь херобору. Кстати, сделали много чего тут в HD-танки. Вот, бачат. Бачатик теперь в HD. Это я точно знаю. Значит, вот. Что-то, ну, боже, всякие задачи. Короче, блин, я охренею. Похоже реально на картошку. Фу, на эту картошку. Пацаны, на армату. Все, менюхи. Тут даже, короче, есть эта херня. Где-то. Смотреть видосики об обновлении. Прикиньте, прям в ангаре. Было, я его, правда, куда-то там удалил, где-то там находится, ну, короче, хрен его знает где. Ну да ладно, 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 давай бачата возьмем, короче, вон в HD. Арту там немного, короче, потому что ее сплэш оглушал практически, даже если ты за зданием стоишь, и все. Твою мать, все в генеральном сражении, пацаны, я сразу в генеральное сражение. Страшное название. Я на траха бачате, что-то с чем-то будет. Кстати, из 7. Апнули. В общем, короче, насколько я понял, ну, по картофанской теме апнули, короче, танчики, в основном большинство, кроме порезали ИСУ, по-моему, да, со 152-я, забрали БЛ-10. Ну, дали ДС-4, по-моему, или как она точно называется, пушка. Д-4С, по-моему, вот так правильно. Альфа у нее осталась. Что у нее забрали, так это бронепробитие. Вот. Атаки 7 сведения быстрее, короче, там эти всякие такие понты. Так, сейчас проверяем этот, мать твою. Фош Б. Вот, смотрите, дурака кусок, дебилу. Дебилу, короче, дали фача. Вот. Что тут скажешь, короче. Первая карта, одна единственная в своем роде. 1400 на 1400 размеры. Небельбург. Небельбург, мать твою, походу, где-то тут Одессе остановки, короче, нету с четвертым размером сисек, нихера, да? Ладно, короче, так смотришь, ну, карта такая. Ебическая сила в ботаническом саду, короче. Нихера, пошли по бровочке. Ох, сука. Так, тут тоже пошла мода барабана. В общем, можно сказать, Фоч Б это как бы Вафельштраген Е100. Короче, вафля с барабаном на 6 пулек, которая будет трахать 2500, может вынести. Ребят, не хрен делать, короче.
Вот что я вам могу сказать, серьезно. Вот. Ну что там, много танков, короче, всяких интересных попереводили. Ну как, и раз, по разным уровням. Апнули АМХ-30Б, Т-44, короче, забабахали тоже, чтобы она там чуть-чуть могла танковать по всякой такой канители. В общем, насколько я знаю, и по нерфу ничего такого, если в плане картошки, да. Ап, короче, всяких ПТ-шек, которые поворачивали по убогому. Ну, такая вот карта, я не знаю, никаких ей тут просадок, сука, не вижу. Оба, вниз нырять надо. Ну, нырять, потому что я хочу просто посмотреть на вот эту херню. Дрожащие руки алкаша, сука. Мои. Трясется этот прицел бомжовый. Так, ну что, надо их как-то зажимать, я так понимаю. Сзади обходить и в попочку трахать, да? Ой, сука. Шлюха он стоит. На. Получил. Сука, там ПТ-ски стоят, пацаны. Ладно, я сдохну, попробую сейчас сделать сумасшедшее движение. А тут и хэвик. Долбоеба кусок. Вот, смотрите. Дебилище какое. Стоит за углом, за зданием. Видели? Вон там, короче, стоял. Дурака, сука, кусок. Так, а что тут? Не возрождается танк или что-то типа того? Я как бы пока не в курсе. Или типа все уже? Типа отсосал, значит отсосал, да? Статисты, блядь, стоят все. На ТТ-хах стоят. Всегда поражался, как, каким даунам надо быть, чтобы на ТТ стоять. Ну ладно, тут, кстати, ЛБЗ можно выполнить. Задротышь. Как панды в армате, дауны, короче, конченые. Так вот тут и эти стоят тоже. Тут же ЛБЗ можно выполнить на 260-го объекта. Поэтому, короче, все там парят, дрочат в кустику, чтобы, короче, вот эту тему сделать. О, смотрите, смотрите, смотри. Вот эта тема, я всегда убивал. Вот так лбом всегда ехать в эти скалы, блядь. Боже, какой геймплей. Геймплей, как будто ты, я не знаю, какой-то... Хер его знает, с одним яйцом, там, с одной рукой, блин, с пол головы. Такой слабый, вот, стоит тоже. Татарин воин. Все. Ну, никаких таких просадок, по крайней мере, я не вижу у себя, как бы, такой. Юрец Мамонов, привет. Окей. Арматовское столкновение? Да, вообще херня. 7-6. Ну, я понял, тут движуха, короче. Тут раз, сдох и все. Ладно. Тут все боятся. Ладно, выйти в ангар. Пойду в ангар и сейчас сразу в следующее столкновение. Она тут как-то каким-то боком, короче, появляется, ребят. Так. Ис-7. Где Ис-7? Есть ли тут вообще ИС-7 на этом аккаунте? По-моему, должен быть. А, вот он. Вот он, красавелла. Теперь мобильность, смотрите, насколько у него увеличилась. Живучесть. Ну, живучесть у него и так охренеть. И огневая мощь, короче, добавилась. Незаметность прям суперская у него. Ну, окей, поехали. Случайный бой. Нельзя выбрать, короче, генеральское, вот это, генеральное сражение. Оно попадается. О, написано генеральное сражение бета, смотрите. Захватить баску. Бета. Ладно. Надо звук добавить, нихера не слышу. Так. Окей. Сейчас посмотрим, семерка, что там сделали. Куда ехать? В ад. В ад.
Батя в здании. На колени. Ну, я лично поеду до достопримечательности. Так, ну я херил. Как была такая, блядь, пушка. С вот таким сведением, с вот таким кругом огромным, потому что 130 миллиметров. Я херею, как сводится. Так, ладно. Мобильность. Я ничего не могу сказать. Мне он как ехал, так и едет одинаково. Разница небольшая вообще, наверное. О-о-о, дебил, дебил. Давай, давай, конченый. Давай, давай. Давай, дебила, кусок. Давай так вот, вот так вот, давай, давай побьемся лбом об этот геймплей, короче, картофанский. Вот так, давай. Вот так будем, вот так. Вот так же что-то играет, вот так, как стадо баранов. Да не, я лично не вижу ни хрена. Прикиньте, как оно сводится. Ну, реально, сведение, конечно, просто жопа. В армате я бы уже два раза влупил бы, выстрелил бы. Что это, блядь? 441? Сука! Кто шлюха? А, объехали. Чем я стреляю вообще? Бронебойный снаряд. Подкалиберный. 490. 490 альфа. Ну вообще. О, трахают, трахают. Живучесть. Где твоя живучесть, сука, ИСа 7? Ну, тут, короче, такой вот геймплей. Пацаны, вы поняли? Не вижу я движухи серьезные. Поприкалываться можно, конечно, по фану. Блин, но тут, короче, все время заседают. Вот смотрите на карте, вот где С1 и Д1. Смотрите, три танка в засвете и сколько наших, короче. И боятся три танка. И целая армия стоит. Блять, кустодротство. Картошка как была кустодротная, так и осталась. Эти конченые потом приходят в армату, короче, и дальше стоят вот так друг. О, смотрите, любое здание, любой камень, любой кут, блять. Там даже бабулька с ведром стоял, он бы в бабульку, блять, уперся вот так бы. И это бы. И об нее, за нее прятался, так, короче, на ЛД, это, туда-сюда, туда-сюда, это дятлы, короче, так, ты, вот он долбит, это долбаная эта игра. Оба типа танкуют, да? Ну ладно. Да, конечно, как-никак там в плане оптимизации в армате дерьмо, но в плане... Да даже геймплей, ну блин, сравнить с картошкой, то геймплей, конечно, получше. Так, и суха. Вот и суха. Так, не знаю, она была, короче, вообще в HD, нет, не помню. Но тем не менее, короче, так, у нее все теперь BL-10 нету. А, и то это ИСУ 122. ИСУ. Чем-нибудь таким долбануть бы, может, ФВХ, короче, влупить. Случайный бой? Генеральное сражение, нет? Да, нет. Сегодня весь день, наверное, генеральное сражение будет. Не, стандартный бой, ребят. И то, смотрите, как все просчитали. Чтобы, короче, не все были в генеральном сражении, чтобы рандом не пустовал. Сделали, чтобы автомат там выбирало. Там, тут, короче. Типа того. Ну ладно.
О, ляо, ляо, дедушки ляо. Hello, 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 парни. Один за свет и там конец. Стихи, оп, ёп. Да-да-да. Вообще просто жесть. Такое генеральное сражение. Я охренею. Мужики, честно, вообще не знаю, как тут можно погонять. Нет, туда на гору не пойду, там у Вена ни хрена нету. Помню, как в это играть. Так, а че ж у ФВшечки? ФВшечку можно было как-то этот. Да 44-ка будет неплохо нагибать сейчас средний танк. Сделали башню такую рикошетную ему тоже. Лючки на некоторых танках опустили, чтобы они поменьше намного были. Ну раз, смотрите, как все трутся об эти стенки, короче. Чтобы по-быстрому в случае чего куда-нибудь упереться. Все, весь геймплей. Упоротый геймплей. Вот это нормально. Опа-на! Отсос Петрович. Один уже. Сука, я бы сейчас гриля, прикиньте, как бы я ему в этом, как бы ему вошло по самой кланды. Ну ладно. Ладно, я еду. Тут же ж такое тоже сведение. Хоть и побахает, но пока сведешься. Так, вот тут стоит кто-то, сука, нет? 3, 2. Сука, кто меня лупит? Один. Сука, я только его на прицеле хочу купить, и все, мне больше никто не надо. На! 1200. Не похрен, я все, я забрал. 3-1. Ну вот, видите, вот не могу ехать и так все. Надо вот так вот, как шлюха, вот просто по-другому. Вот так вот выкатываться, как проститутка. Наша лава. Сдохни, артошлюха. И, кстати, тут писать нельзя. Видите, вообще, ну, то есть писать можно только в своей команде. Вот, вот и стоишь, короче. А КД-то космическое. А этой пушке надо. Это надо постоянно играть в эту игру, чтобы. И нахер, сука, шалава. Вот пидорас, блядь, вот этот. Уёбок на гриле. Утырок, сука. Из этого чмошника я не попал. Так, Эмиль. Как все медленно, ёханы бабая. И то что это уже? Сплошен фугасный. Я приглашен на взвод. Кем, артошлюха? Та пошла ты. Та! Арта меня приглашает. Конечно, не уже. Я думаю, Димон, пока ты приедешь, у меня нервов не хватит, я ее выключу потом. Какое убожество. Блин, я как нытик, короче. Блин, ну реально, это просто пиздец. Как медленно, боже ты мой.
Это жесть. Мне кажется, на 8-битке, блядь, на приставке вот эти танчики, да, квадратики такой. Ты-ты-ты-ты-ты. Вот он быстрее ездили, чем тут. Не, ну что? Ну вот что это, смотрите. Ну, блядь, человек так пешком ходит. Что? Вот это танк едет, смотрите. 10 км в час. Такие что, танки существуют? Ну ладно. Так. Надо, чтобы нас закинуло в этот генеральное сражение. Давай. Да, бля. Энск. Эх, сколько я тут ГК провел. А, поскольку побед было под моим командованием. Это вам не билдов трахать. Тут движухи посерьезней были. Тут, ух, оттуда заходят слева, справа. Короче, интересно, интересно было. Самое главное, что, короче, играешь и вообще ники особенно. Вообще непонятно, кто играет. Ни одного человека не знаешь. И в каждом бою разные. Блин. Не так, как в Армате. Никто не играет, ты всех знаешь. Сейчас поеду в одно козырное место. Дай бог, если там все нормально. Если там оно еще есть. Так, все стежки на зелень пошли. Где тут эти чертовы окошко? Ага, дзынь-дзынь-дзынь. Бу-бух! Что? И сом седьмым, сука, решила потанковать там, типа, ты не вкусишь, что у меня фугасы, а? Вот где фугасы лупят, пацаны. Они, сука, в это, в Армате, убогие эти фугасики. Слава богу, хоть час им что-то там дали хотя бы. Уже начали что-то пробивать, а так они... Стой, сука, назад. 4-4. Вот проститутка стреляет по мне. Он шлюха стоит кончено. Давай, иди сюда, ублюдок картофанский. Чё ты, ублюдище, засало, да? Если я тебе в крышу прохреначу, будет вообще нормально. Давай, давай, давай. Петляем. Дебила кусок, надо сюда петлять, короче, помогать пацанам. Вот это разворот. А дымит две трубы. Сука, канализационные трубы. Две трубы. Дымит. Это, блядь, пиздец! Вы видали полное сведение? В жопу стоит. Сейчас так мог ему ухерачить. Я херею. Что это, блядь, было? Вот же горит, сука, стой. 6, 5, 4. Ну пиздец все. Пизда рвут по полной. Вот что называется. Ну давай, сука. Ну 700, половина херня. Вот и все.
Опа, порта заходят, смотрите. Четко. Так, выйти в ангар. Серьезно, серьезно. Ладно. Так, что тут еще есть? 54-ка. Та-та-та. Попробуем на Е-сотке. Что Е-100 тут? Оп! И в бой. Представляете, какой онлайн? Вот это... Ну, тут как бы прикольно то, что онлайн. Зашибись. Нажал, и ты в бою. Картинки не прогружаются, оптимизация, все дела. Что-то мне повезло разок, и все, короче. Здоров, дно, здоров, днище. Как дела? Так, сейчас зайду. Так. Здорово. Привет. А ты чё, бой, игра зависла? Не. А почему начало боя 25 и висит? Не знаю. Я играю вот. Без понятия. Сейчас отвиснет, надо. А, все. Видишь, четенько, четенько. Уже бы вылетел, если бы что. Бух-бух, 757 фачи. Нормально. В общем... Блин, хреново, лучше бы возрождение было там в новом режиме. Не, ну тоже прикольно, 30 на 30. Нет, там он был поначалу, но потом посчитали, что слишком, блядь... Бои долгие будут. Да, бои очень долгие. Там поначалу было как там, доступно 5 видов, ну там 5 видов транспорта. И какой-то там... И потом был этот, по времени, знаешь, там, короче, подыхаешь, там теперь, типа, 2 минуты, ну, твой танк не может, там, ну, ничего, возродиться. Но потом там реально, там, просто-напросто, кто-то там, все зависит от команды. Если у тебя команда наполовину играет, а наполовину стоит в кусты, значит, ты проиграешь. Да, а, блять, как ебут, я не понимаю, заебывает вот это, я уже отвык от этой херни. Бана, а чё за... О, бана. А, оглушение, это артиллерия, бля. Сука. Забыл, что она сюда закидывает, короче. А? Шлюха тоже патон получил. Выйдь, выйдь, я тебе херачу. На! С поджогом, походу. Вот так вот, так. Блять, пустодроты. Ничего не изменилось вообще за 2 года. Слышь, как стояли вот тут сзади, короче, на А4, так и стоят на рудниках. Блять, модов же нет. Да нет, и у меня нет, вообще пиздец. Так. Такая мараша, блин, с этими без модов играть, конечно, херово. Ну а чё, скачать никак нельзя было? Да, блядь, когда я запустил, когда смог-то и всё. А, о, уже появился моды. Выстрелил, короче, нихера.
Зато 50p вообще похер стреляет. Блядь, вообще. Чё такой, есть тут дырявый? Борта, блядь, ты коленчуешь, ты сейчас стоишь бортом похрен почти. Ну, как бы все равно ромбиком стоял к нему. Ладно, давай, чё там это? Сейчас, подожди, я поставлю моды по-быстрому. Тебе скинуть ссылку-то? Да не, что я сейчас буду ставить их. Не. Не, я просто без них вообще не могу уже. Да, ты думаешь, я могу? Я он вообще, ебать, играю, короче, как инвалид. Здесь ничего не видно, кто куда едет, откуда кто стреляет. Блять, параша какая-то полная. Как будто, знаешь, в это играешь. А в эти танки, как их зовут? Ну, ты понял, короче. В армату. Так, ты где пропал? Я... Хренью где, я в Питере пропал. Я играть просто что не играю, и все, времени нету. На игры все забил, короче. Бабки пока зарабатывают. Люди, он врет. У него Forza Horizon 3 есть. Он врет, он в нее постоянно рубится. Не, ну блин, да, единственное со всех игр, если играю, то Forza, короче, пока играю. А так. Да и так и то, во сколько я в нее играю. Я вот сейчас зашел в гонка Голиафа. Почти миллион заработал. 40. А, ну 50 минут я, короче, 5 кругов. Проехал и все. И кирдык и вышел. И вот 50 минут, 5 кругов. Да, так я там, короче, бабки тупо зарабатываю. Так, а можно и больше, 50 максимально кругов можно поставить. Ну я, короче, в основном. Ну, 50 минут еду, да. Рекорд 49 там с чем-то минут, 5 кругов, короче, ехал. Я на этом выиграл, понял, тачку, короче, Viper Edition на кредиты. И, короче, тебе за кредиты, ну, на кредитной тачке едешь, она как типа фармовая. И ты, короче, еще денег больше получаешь. И бусты включил там, типа, в два раза больше денег. Короче, выходит где-то 850 тысяч, короче, за 49 минут, грубо говоря. Не, я подожду. i7. Ой, не говори. Поставлю. Я короче, полностью выключил все. На самое низкое поставил, короче, потому что не оптимизировано. И... А бывало, ты знаешь, сколько меня прикол? Я, короче, проехала 50 минут, кредиты показала, надо было нажать забрать, ну, типа, продолжить. Я нажимаю и выкинула, короче. Прикинь? Я в шоке просто был. Поэтому да, а так не играю просто во что-то другое. Не, некогда, времени нет. Я так, ну, нет. Играю час-два, там потолок и все, и в день. И нахрен выхожу. Да нет. Я так же, Юми, как и ты, Юми. Я сейчас вот... Я вообще сейчас, как говорится, сейчас болею. Сейчас лето, бабло надо косить, сейчас не до игр. Сейчас вообще, поэтому, конечно, я сейчас не играю. В армату я вообще не играю, это для меня дерьмо сейчас. Не хочу и в нее играть. Блять, мне интересно. О, да уёбок какой-то. Так, какая у тебя там техника есть? Да какая-то есть там, 10-го, хрен его знает. Ты на каком будешь? На десятках, на восьмерках, на... Да десятки пока. Надо же в этот поиграть. В генеральное сражение 30 на 30 повоевать. Оно только на десятках доступно, когда играешь. Так, тогда я пока за гараничком зайду. Что за бред? Ну давайте это 49, дайте курсант добра. Вот так вот, светляк херов. Как же тут все медленно, ёб твою мать, боже, с этим сраным корпусом, пока развернешься, пока довернешься, это ж просто пиздец. Какое ж, блять, у меня нервы для какой-то херни. Мне лично тяжело. У меня
Честно, меня в World of Tanks, короче, у меня нервы, короче, я готов компьютер разбить нахер. Ебать, она меня раздражает. Ты даже не представляешь, армата вообще отдыхает. Иногда прикольно, конечно, поиграть. Ну капец, она убожество. Я просто не понимаю все равно. Мне после армата это просто какой-то мусор. Че за бред, блин? Что? Я в танки не могу зайти. Ха-ха-ха, устанавливал модов, да? Да, я установил моды, и я, короче, в танки не могу зайти теперь, блядь. У меня просто он берет, короче, выкидывает этот, проходит загрузка и заново запускает клиент. Завтра днем заходи, повяжим хоть. А, ну, если буду дома, не знаю. Я хрен его знаю. Зайду, конечно, обязательно. Просто в основном вечером я. Так, картоха, параша, слоупочная, уже 2 года не катаю. А, 2 года! Костик, я сам 2 года, у меня как раз стаж 2 года. Не за рулем я арматы, точнее этой картофана. Да, лучше уж, конечно, ну мне чуть-чуть. Не, если бы там не оптимизацию сделают, картинку сделают красивую. Новых танков. Блин, то. Не туда, я согласен. Не, Леха он играет, Лехе нравится сейчас как-то по приколу. Ну вот, да, есть всегда альтернатива. Корабли, точнее, армата надоела, есть кораблики. Ой, да, знаю, что в этот паб все бегают, там Джо, все, короче. Да я просто я же гирю не играю, я хрен его знаю. Времени не хватает на все играть, поэтому я не задрачиваю сейчас. Сейчас вот зима будет, буду сидеть дома, херней страдать, вот тогда будут стримы. А сейчас я говорю, сейчас не до стрима, сейчас надо работать, пахать, короче, а не сидеть, короче, играть в игры. Я когда работаю занят, я вообще не насрать на игры, на все, не до игр. Шикарно. Просто великолепно. Тебе надо переустановить, надо удалить их, короче. Да, переустановить надо игру. Игру? Зачем? Это... Зачем игру тебе? Пиздец, блять, нахуй. Чувак, играй в Arma 3. Да играл. Блин, да я во все игры играл. Я с детства играю. Начинал с этот, блин, с Тетриса. Потом, короче, следующий этап. Волк ловит яйца, нахрен. Потом, короче, 8-битка, пистолет, 2 телевизора, кинескопа посадил, нахрен. Потом, короче, блин, 16-битка, Comic Zone, все вот эти игры, короче. Mortal Kombat. Потом пошла, короче, этот, да, 16-битка, Sega Mega Drive. Потом PlayStation, короче, первая диска, Gran Turismo. Много интересных игр, много. Во все, блин, просто можно хоть каждый божий день стримить в разные. Поэтому, ну, так как все пока любители здесь и подписаны на танки, ну, в этот, да, в эту херню не играю. Просто сегодня я его запустил, потому что здесь, как бы, некоторые обновления. Ну, то есть, обновление вышло, и плюс, как бы, хотелось посмотреть, что ж, как оно 30 на 30. И вот смотрю, как вот друг у друга, короче, пиздят, короче, то Wargaming, то кто у друг друга, непонятно. Тут тоже заходишь в меню, и можно в ангаре посмотреть видос, короче, какое обновление. Смотрю, хопа, в армате тоже такая фишка появилась. Как бы не слежу, кто зачем. Ну, фишка в том, что они реально, короче, пиздят друг у друга. Вот, короче, насколько я знаю, в армате появилось это столкновение режим. Да, вот там воюешь, точки берешь, короче, всякую херню. Тут, следовательно, появилось, короче, генеральное сражение 30 на 30. Не удивлюсь, если, короче, скоро в Армате, как знаешь, в кинотеатрах России, встречайте. Армата 30 на 30, впервые. Типа такой фигни. А так смотрел вчера в паблике, короче, вообще, на первых местах, CSGO, короче. Ну, на CSGO, по-моему, на третьем или на четвертом месте среди всех игр, короче, онлайн. О, то есть, как-никак, там, в контру рубят ребята. Ну да, Джоу сейчас там в паб гоняет, короче. Да иди ты, отстань от меня, мудак, пушку выстрелил. Ну, ты бы тоже мог бы пук поиграть спокойно. Пук-пук, да, можно. Да не знаю, её же надо купить, короче, чтобы... Зачем? Да не знаю, там же серваки, чё, пиратка прокатит? Или она вообще доступна?
Я просто не узнавал насчет. У тебя же есть доступ к этому, к моему стиму. Зараза. Пук-пук! Уже получил один. Да, вертуханчики. Блин, помню, по три земли брали на ГК. Сейчас как днище, короче, играю. Хули, 2 года не играть, конечно. Руки отвыкают, и тем более, когда к армате там один геймплей привыкаешь, потом... Короче, мне нужно перестанавливать. Тут он не дает мне просто уже так играть. Так а чё, мод можно ж удалить и все и... Нет, не помогает, народ пишет. Какой-то глюк они какой-то занесли, блин, с этим. Сейчас по-быстренькому SD-клиент. А, все правильно, понятно. Мод на мод лег и не может жить. Плохо. Ну где ты, утыра? Ты выезжал. Блять, чем? Откуда он там? Чем там танкует? Каким, блин, очком? Ты смотри, блять, бачат сраный, прикинь. Блять, 100 хп. Ну давай выйдет, я щелкну. Не, думал я в засвете, короче. Какой сервер? 5-й, по-моему. Тут пинг 7-10 у меня. Вчера на втором вообще там под сотку было. Блять, этот бачат. На, сука, повезло тебе. Ха-ха, вертухи. Боже охеренного тут, короче, когда ВБР просто определяет, пробьешь ты, не пробьешь, попадешь, не попадешь. ВБРовская херня. Броня не пробита. Ух ты, серьезно. Что-то я вижу, что ты этот убрал на игровой компьютер, на свадьбу, блин, начал, а сумма как была 15 штук, так и она осталась 15 штук. Так да, я же говорю, там эта херня, короче, там обнулить только можно, и все. Там... Так обнулил бы, да и все. Там просто можно обнулить счетчик, короче. Да я херю, я его как-то не обнулял, поэтому... Ну вот так вот. Покинуть бой. Ну да, нет, тут и так и долго, в принципе, воевать. В этом режиме. Так, что тут еще есть? 121. Попробуем 121. Так, подожди. Дай мне свой ник. Какой он у тебя посмотреть? Дай я посмотрю сейчас. Ну ты на стриме посмотри. Исик там. Туда-сюда. Так. А, 900 рублей на стиме стоит. А, 900 рублей, да? Нормуль. Режим столкновения в армате чисто. Сперли с тундры. А, тут вообще, короче, получается столкновение с тундры сперли. Нифига не... Так никто не придумал. Тут вообще Санта-Барбара какая-то. Те у тех, те у тех. Так, уже 2 месяца потихоньку без фанатизма бегаю в пол. А, ну нормально. Отправил. Горынчик. Чё ты отправил? Во взвод? Во взвод, да. Блин, я в бой зашел сейчас. Сейчас катну. Хорошо. Так, ладно, ребят. Интересно, Джо играет, короче, или Амвей вообще в картофан, или нет? Тут я уже не знаю. Не слежу за этими. Ну, актер точно, да, короче, врубается? По 8 часов каждый день ими. Сука!
тебе идет, блядь. Я сейчас еще, блядь, этот сниму. Тапочек нахер зашвырну. Галя, что такое, сука? Сука, тварь жирная, иди сюда. Ты что, не видишь тут этот хэви херебис? Мне больше на его стриме нравится этот 48-49, 48-49, 48-49, сука, блядь, долбоёбы. Статка, так-так-так, он едет, статист. Ой, сейчас вот тут прям выкатится, вот тут я уже сейчас сведусь. Правда, у него, сука, кусты там. Ну, если у меня лампочка сработает, я выстрел сделаю со страху. Со страху, давай. Траху со страху. Ну. О, дерево поломал, пацан. Интересно, убил меня. А там вот тоже, наверное, шлюхи стоят. Пошёл. Боже, земля поднимается, ёб твой. А, там он, блядь, тут он. Вот это я свечу. Скорость движения контужена. Повреждение всех повреждений, всему повреждению. БК! Только хотел починить, короче, прикинь. Все, я нахер вышел. Нахер, короче, выхожу. Давай, возвод. Так. Боже. Ты принял? А кто тут? Тут... Горынчик. А. Принял. Ответ принял. Принял. Бери танк. Так, что тут? Беру. Так, чтобы мне взять бы. Ой, да. Дно ты еще и на люди показываешь. Что именно показываешь? На люди. Мне нравятся вот такие темы, эти, слышь. Когда пишут этот дно ты, короче, все остальное там. Круто. Может, она хотела написать «показываешься»? Ешься? Ну да, наверное, просто необразованный, просто необразованная, скорее всего. О, генералка. Самое интересное, как можно называть киберспортсмена дном, я вот не понимаю. Не понимаю. Киберспортсмен. Просто 99-й левел. Как можно называть меня? Ну, я вот не пойму. В чем логика? Пинцвин тоже участвовал в турнире. За 1 000 000 рублей. Киберспортсмен. Вашему вниманию. Как можно назвать киберспортсменов нищим? Я не понимаю. Да легко. Я дно, блядь, в гробу я видел. А, и самое смешное. Я дно. Ты лучше скажи людям вот другое. Все участвовали в турнире, а еще никто голды не получил. А турнир кончился уже почти 1.5 месяца назад, даже больше. Вот, видишь, значит, короче, никто не получил голду, и теперь этот все ушли в картофан. Как там эти панды, мы турнир выиграли. Вы турнир-то выиграли за бесплатно, нафиг. Да, вы турнир отсосали. Тут чисто кустодром. Ну и чё ты, нахера ты поехал так? Так, видимо, нафиг. Чё, мне топиться? Да как хочешь, можешь пострелять мне так, что это ж картошка, блядь. Тут вообще похер. Тут вообще делать нехер.
Или а, убери галочку. Алёшки вечно что-то недовольны. Та-та-та. Ну, этих самые. Игра Параша. Давай потроллим. Параша. Где дымы? Как их откинуть? Блин, сейчас еще. Почему танки не едут? Где графика? Не, я так не играю, он потушился. Что это за Тетрис? Так. А, Джон не может не стримить Wargaming. Проплачивает. Да, ёлки-палки. Пока на месте, короче, все равно, я считаю. Я не знаю, нет, там есть изменения, там, как бы. Я вот видел последнее то, что в графике пытаются изменить. Вот, вот если вот ту графику, короче, сделают на видео, которое там, да, колонны там грецкие, там, прикольно, там, пейзажи, вот это будет круто, если ко всему, к этому еще и бонусом будет именно скорость у танков. Чтоб, знаешь, такие, ну, блин, я не знаю, очень. Тут просто вот за скорости, короче. Если сейчас людям дать вот скоростуху, чтобы, знаешь, танки летали нормально. Вот как в Армате, к примеру, да, по скорости. Я хрен его знаю. Никто не захочет стоять, потому что, блин, так это ж кайф. Прикинь, еще и тут физика, ну, получше, чем в Армате. Я соглашусь, тут гусеницы классно, короче, блин. На камушек наезжает, ничего не стучит, вот тут прикольно. Еще с таким, короче, блин, скоростью и попрыгать там через разные холмы, да вообще никто стоять не будет. Интересный бомбовый геймплей будет. Просто иногда впадло, знаешь, когда ты, к примеру, создал игру, и вроде она деньги приносит. Ну, типа, нахер что-то делать. Знаешь, как будто там взял какой-то магазин, открыл, а там уже, не знаю, стенки сыпятся, короче, электрика сгорела. Да ладно, там, давай подкрутим как-нибудь там, да и мать его так, короче, пускать деньги как капали, так и капают, короче. Все охеренно. Поэтому и тут. Но тут, конечно, о, нормально, нет онлайна, и то, короче, что-то делают. А тут так, чтобы... Если зайду... Я на... готов. Да, я вижу, да. Выхожу, я выхожу. Ну да, без мода вообще, короче, не варик. Ну, не так интересно. Да, блядь, я без вотспика уже не могу играть. Так, взял. Поддержал. На диде поеду. Поехали. И как всегда я жду, пока кто-нибудь нажмет в бой. А, ну да. Ты-то отправил же. А, ну да, вот. Что до релиза Армата не дожила, все поразбегались на. Так надо было не трогать, короче, пиксель хантинг и менять всякую херню. Вообще, ладно, там изменили пиксель хантинг. Я думал, там пиксель хантинг уберут, НЛД разошьют, там все дела сделают, как в картошке. А зачем вы трогали эту физику, короче? Вообще, про физику вообще никто не жаловался. Что не нравится, как танки ездят. Да, помнишь, как БМД 4 летала и все остальные? Никто же не жаловался, как БМД и вообще все остальные, там ББМки. Нормально летали, нормально автопушки стреляли. Блин, что еще не так было? Зачем вы геймплей изменили? Теперь убожество передвигается, короче. Бесконечные эти автопушка, пульки эти. Та-та-та-та-та-та-та перегревается и такой круг на весь Full HD экран. Вот это зачем? Вот это бред.
Поэтому, конечно, блин, они тупят. А все, короче, это, известно ж, все, ой, пацаны, Давай, легко. поехали, хорош уже спать. Дарана проснулся, блин, задолбал, я не спросил пока. Вот, все потому что делали игру на PS4. Надо было не делать на PS4, сами виноваты. Сделали на ПК, короче, а то, короче, сходу хотели захватить и PC-шников, блядь, и... Короче, поняли, да. Хитрые, хитрые. А не тут-то было. На PlayStation еще не появилось игроков. Ну, а на ПК уже потеряли. Надо было делать, чтобы ПКшники сначала были интересно было. А потом уже, когда набрали людей, все дела, пошел оборот. Давай, сука, этот на PlayStation хреначь. Спасибо, падан. Ох ты, и тетька лысая. Ой-ой-ой. Сука, проститутки, бля, ебут, а! Ну вот, я ж говорю, о, бля, геймплей, сука, я только выехал. Как медленно, не успел даже заехать, просто отсосал. Арта свет. На, мразь арташлюховская, умри. Сука где-то там стоит возле арты, вот там он, типа. А, фугасами семерочка стреляет. АМХ, сука, АМХ стоит, боже. Вот это геймплей, да, вот так вот дрочить. Вперед, назад, вперед, 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 назад. Давай, выезжай, ему давай плюху. Блять, не пробил. Попал в пушку, прикинь. Ну не уходи! Постой, побудь еще со мной. Не выезжай ты, ё-моё, а? Смертник. Аллах бабах, блин. Сейчас. Вот Вот, сука. сгорел на работе. Кто? Блять, сука, 30 б сидит в кустах. Да там, где арта сидит, она дебильная, его не засветишь ты. И тем более он Да. башней танкует, сейчас я имею в виду башню танкует. Да у него-то башня-то говно, блин, и пробить легко, Да его блин. апнули, блин. Хер там, может, ее пробьешь. 30... Это 30 б, это не 50 б. Так 30 б СТшка, да, ее апнули. Теперь она может танковать башней. Я сегодня смотрел Ох, про не все тишь, кто танки. ж там? Т-44 даже апнули. Вот арта шлюха, да? Ну интересно, кто-то на арте решил, знаешь, на десятки типа понабивать. Не, ну. Ну, кроме оглушалки, ни хрена мне не делает. Броня не пробита, при этом урон нанесен. Блять, сука, ёбаная хуйня, блять, китайская. Вот это, блядь. 18 хп осталось у этого пидораса, блядь. Блядь, тут Т-110 и 4 вот тут стоит, сука. Ой, седьмой упал. Может, упадем тоже? На. Ох ты, твою мать, арта почат.
В начале, короче, меня засветили хорошо в бочину. А так, в принципе, неплохо. 10-11. Шотов надо, шотов. Шотов валите. Фокус. Так точно. Конечно, так точно. Батер знает, в чем суть. Саня, вернули бы 6.0.18, народ и вернулся. Конечно, вернулся, ёлки-палки. Конечно, вернулся. Я бы даже сам сейчас бы играл. Я... Потому что там и классно, короче, как танки вроде ездили, и стреляли нормально. И рашить можно было прикольно, потому что в НЛД сходу никто не стрелял. А в пиксель-хантинг попробуй выцелить, там не так просто было. ББМки летали нормально, автопушки стреляли нормально. Там оставалось только карты новые делать, оптимизацию, короче, игры, HD-текстуры, HD-деревья, траки, боже, пушки, танки. И все, все, игра готова, нормально. А сейчас вот 0.22 выйдет, ну и что там сделают? Одну новую карту, короче, и китайских танков добавят. Все, все. В плане геймплея ничего не изменилось. Да. Я слушаю. Да, а что ты вышла сразу с работы, не позвонила, не? А, я понял. Угу. Хорошо. Хлеб возьми, короче. Да, yes, of course. Угу. Ну, давай. Вот. Хлеб возьми, короче. Идите колыхать хлебом. Так, не раньше ББМ были вообще огонь. Во, ББМ были огонь, да. Вообще класс. Сейчас, да, не то пальто. Так, что-то я понять не могу, что у меня стрим твой тормозит. Ну, блин, может, оперативка или сворачивал туда-сюда. Я вот смотрю даже сейчас свой стрим, ничего не тормозит. Ну, у меня что-то вот зависло на вот на моем оглушении и все. А, я вижу, да. А, знаешь, в чем, короче, беда? Я когда сворачиваю игру, короче, оно, походу, и ОБС-ка не этот. Ну, я выхожу, к примеру, короче, там этот... А, я понял, и стрим, короче, останавливается. Да, у меня же второго монитора нету, я же не топовый стример, я же бомжа-стример, короче. Поэтому второго моника нету, так бы поставил, и не пришлось бы сворачивать. Так, вангар. Да, и подписчиков у меня не сильно много, чтобы второй моник покупать. Может быть, когда-то... Блин, Mass Effect, я не знаю, что там с Mass Effect, там тоже Mass Effect хочется пройти, блин. Тебе захочется Mass Effect пройти, пожалуйста, и у тебя, кажется, есть мой этот... Последний этот, третий Mass Effect, он вообще на русском или нет, или его нету на русском, по-моему? Ну... Или привет. Субтитры там. Как этот, да, субтитры на русском. Ну как этот... Так, слушай, а первые две части были, по-моему, на русском, да, или нет? Или я... Заблуждаюсь. Нет, они всегда были на иврите. Да? Вот, сука, шоколёры. Ну ладно. За что вы говорите? Про Mass Effect. А? Mass Effect. Макс Иванович. Привет. Вчера смотрю на World of Tanks стримил. Но он и сейчас стримит. На World? Да, и сейчас стрим же идет в World. Давай я зайду в World of Tanks. 30 на 30. Претемператор Россия 2018. Хай, привет. Сейчас я захожу в картошку. Да, только ты мне... Герла звонила. Да, Герла звонила, да. Моя будущая жена звонила, да. Геймплей в Армате тоже поменялся.
фугасы лупят только теперь на... А, ну да, ну фугасы. Не, ну фугасы должны хоть что-то наносить. Ну, я знаю, на... Да нифига они не наносятся. Не. На седьмых левелах? Не, я мог на про армаду... На шестом уровне, на восьмом, они просто божат. Ну да, на шестом, на седьмом. На больших-то нет, а на этом, короче... Ну ничего себе, заставка совсем другая. Все совсем другое, нифига себе. Все, да? Ты... Ты в шоке? На каком ты ру? Ру, я на рушке просто, я на рушка. На пятом ру? На пятом, да. На пятой рушке, да. Только скинь мне, Сергей, пожалуйста, свой ник, я тебя добавлю во взвод. Сейчас. Валера Оф Танк. Напиши английскими буквами. Ты можешь мне просто в... Где сейчас я буду скину. В чате? Сейчас дискорд тебе скину. Какой уровень? Зайду, туда минимальный надо. А в этот, короче, здесь, в этом режиме, десятое тут только. Да, только чирики. Чирики, вот написано. Заходишь в настройки, короче, и вот, генеральное сражение написано. Галочку, если бывает, может быть, у кого-нибудь поставлено. Вот, и здесь написано, короче, вот. Бои 30 на 30 на большой карте с возможностью заработка бонусов, выполнения ЛБЗ и получения всех наград. Вот почему все стоят. Потому что можно ЛБЗ на 260 объекта выполнить. В данном типе боев может наблюдаться небольшое снижение производительности. Короче, десятки тут нужны. Танк говно, кстати, Саня. Какой? 260. Не помню, я во-первых, он не фармит. Это раз. Во-вторых, он ничего не пробивает. Круто. Не пробивает. Так, игра. Так. Записывать бои. Ладно, вся эта херня отключаем. Так, че, ну че, серый там это? Че там у тебя? Сейчас, минутку. И сейчас попрем, короче. Смотри, какой волшебный тролль. Долбоеб стримит, а этот наводку собирает. Прайс. Знаешь, это типа прайс-лист, короче. Формат А4, короче. Бэби, готовься к школе. Бам-бам, батя в здании. Всем лизать, то не так лизать, лёза лизать, прайс. Прайсик. О, человек прайс, человек прайс лист. Он в дискорде я скинул. Батя в здании. Так, сейчас надо моды закачать. Ну, не надо лучше. Не надо. Да. Хорошо, не буду. Любитель будет. Я уже моды попытался закачать, новые, которые вышли. Ну и чё? В итоге этот... как его там... у меня... Ну, этот, короче, игра просто не запускалась. Заставка да. Проходит и заново перезапускается. Ну чё, на каких пойдем? Десятки, конечно. Десятки? Ой, он деда взял. Батя в здании, Семён. Блин, ну я четверка, мне из 4 больше нравится. Не знаю почему, но мне он больше нравится. Ну давай, деда, да. Что теперь сделать? Поехали на банан. Сливы опу. Стариканы. Сука, на шлюху сел, на коня. Ай, бля, на кобылу сядь. На аккаунте, что ли? А? Удачи, бою, спасибо. Ну да, он на исике, он же свой продал. Пять пальцев. Костик эти херачит, короче. Анимация, визуализация. Что, это новая карта, что ли? Я на ней еще не был. Так это и есть на этой карте генерального сражения. Она уже сколько? Она уже месяца два-три. Сражение. Да. Да, это ж императорское сражение. Ты не в курсе? Понял.
Кому он там пишет, я не знаю, у меня чат включен. Императорское сражение, где моя выплата? Ха-ха, чувак пишет, хуесосная. Че, куда? Ну, Саня, куда? Ну, пока я тут ездил, вот тут, короче, сюда можно. Поехали. Хотя можно, короче, прикольно вот тут, вот, где мы были с Лёхой. Вот тут, короче, вот. Да и, куда и, едем? Е5. Да за мной едь-то и похер, короче, найдем. Понял, еду. А ты у меня, ты же у меня в друзьях. Если кто в друзьях. А, ну да, вот. Это же его аккаунт. Так. Ну да, я забыл. Так что все нормально. Да он мне когда давал тогда, короче. Я понял. Я что, свой продал нахрен? Ну, хочешь, я тебе свой еще дам. На 540 попадет, нихера тебе вертуха. Ты видал, как я с вертухана? Вот это, блядь. Вот это, сука, скилл. Вот это 60%. Стата. Не свои экзамены. Арташлюха. Не говори. Так, ты по 140-му, да, работаешь? Ой-ой-ой. Ух. На 492 Т110 Т4, батя в здании. Это меня отработало. Вот. О-о-о, и меня трамбует, а падла. Сука, падла троекуровская, блядь, стреляет по мне. Шах. Ой, хорошо, его отработали. Надо петлять, короче, пока отсюда как-то. Я... А морта здесь... просто работает, надо. Да вот не, так. Она здесь не, под... не достает. Ну у тебя да, а я тут под обстрелом точно стою, так. Я даже знаю, где она стоит, вот тут шалава где-то, вот тут. Да, на бугре. Ладно. Просто ей тут бросать вообще так хорошо. Неудобно. Он Е100. Да. Я сейчас попробую в бочинку, если получится. Ах, не попал по шляпе. Там Е5 на тебя. Ах ты, суки долбаные. Ебать, попал. Не стой на бит. Ух ты чё. Всё, я поиграл, короче. Тут вообще просто вылез так красиво. Думал. А, ладно. Хули. Ну, сейчас меня арта. Прайс. Прошу. Прошу прощения. Ты про Кусакина. Просто я чат не прочитал. Да, твою мать. Да. Бля. Сколько стоит? Сколько? Ну, это цена какая? А сейчас? Ну, сейчас. А что, ты хочешь купить, да? А нету там это. Какие? Что там еще по ценам есть? Ну бери вот это, да. Они, по-моему, небольшие, да. Ну бери. Окей. Да, молодец. Окей. И это же, и что там еще? И сметану возьми. Все, давай. О, кошмар. Так. Так, ладно, вернемся к чатику. А то я, блин, разрываюсь. Не пойму, где там, где тут пишут, что, куда, короче. О, так. Про Кусакина все. Я понял про Кусакина. Так что еще раз прошу прощения за троллинг. Так. Да ты смотри. Кусакин, конечно, чувак, чё. С него поржать можно прикольно. Он-то не нагибатор, он чисто так посмотреть можно, посмеяться.
Не, ну я. У меня лично настроение поднимается. Смотри, как фугу я Когда отработал. мне ее показали, я там просто тух. Честно. Такие веселые моменты, это жесть. Так, ага, сука, это же я игру свернул. Да, и быстрее опять не идет. Угу. Я же говорю, блин, отвлекает. Вообще, когда стримишь, не должны отвлекать. Тебя забрали тоже? Меня нет, я же на арте играю. А, кстати, конь изменился, да? У него пушка не такая какая-то была. Не, такая была короткая, да, Саша? Да? Блин, Да, может. она так и была короткая. Охренеть. Прикинь, даже в ней нарезки есть. Да. Не, ну, сделано прикольно тут. И звук от как лупит артиллерия, блин. Охренеть, сколько ж тут бой идет, реально? 15 минут, да? Да, пока не убьют всех. Офигеть, вот это движуха. Прикинь, 16-6. Мы шесть просто вообще охренеть. 16 ушатали. Ха-ха, кто-то пишет, сука. Да, тут такая техника, как у Ты на месте пустотроса. не стой, потому что сейчас вычислят, и арта тебя заберет. Нету модов, не работают сейчас моды, поэтому И можно что? стоять. Я по трассеру спокойно могу тебя вычислить. Сейчас я. Я думаю, навряд ли тут все на демоче работают пока. Тут в стандартном бою, да, там по трассерам вычисляют, а тут Да и здесь тоже. нет, здесь можно вычислить по трассерам. Просто я тебе говорю, сейчас вон, видишь, они все наши наступают, поэтому мне уже нечего бояться. С одного выстрела меня никто уже не заберет. Жаль, что летать тут нельзя, короче. Посмотреть вид сверху. Я говорю, этой игре скорости добавить и графику изменить, и все. Охеренная игра будет. Просто Где, в жестяк. Армате? Не здесь. Здесь, да. Ну что, Движение чуть-чуть сделать добавить. скорость нормально, чтобы танки, ну быстрее, ну реально, ну ползает, ну быстрее можно. Чтобы геймплей Правильно, быстрый был. привет. И графику да, накрутить нормальную, вообще охренеть, чтобы современную более. И все. Просто, блин. Шути Все, нету плески. почвы. Все, кончился, чувак. Сразу. Кончился. Все, две арты осталось. Да, только не вне зоны моей досягаемости. 1000 метров, а я могу на сколько? На 800, 900. 920. Нет, на 990 кинуть только. Все. База противника захвачена. Захвачено. Попал по своему. По своему. Армата. Армата. Это нужно было попасть. Последок. Армата. Напоследок. Блин, у 10-й арты у Исика, по-моему, нету, Так. Так, передам командование. Сейчас я отойду. Мне нужно там гостей встретить. Нажми. А, ты ушел, да, вообще? Я к тебе дал, я тебе дал права, сейчас потом Я понял. Представься. Права администратора, так. Я попробую на это, на СТшке. Боже, 140-й, блядь, это вообще херень, я обожал этот танк. 140, прикольный. Я бы себе в гараж такой бы купил, чтоб там за хлебушком ездить. Ва, на СТшке. Или на Е100. Прикольный, короче, это, да.
Ёханный бабай. Ну и чё, пацаны, все равно в армате тоже рано или поздно Да, будет движение. настанет праздник, короче, будет более-менее, я думаю, если все нормально. Ты куда побежишь, Саша? Так, я вот по это тройке я сейчас смогу, на тройку смогу тебя прикрывать. Я, короче, слушай, вот тут вот заеду, короче, вот тут где-то, вот тут. Там, короче, кустовая. Вот тут сейчас будут ехать противники, вот тут противники будут в этом квадрате, смотри. Ну, ясно, ясно. Я сейчас думаю, оттуда дегриль сейчас 15 стоит, вот эта точка, вот оттуда можно там на горку заехать. Я впереди сейчас на горочку заеду, вот тут вот. Сюда дайте проеду. Да не дадут тут тебе проехать этот день армата. Да. Первый раз стримлю на этом на картошке. Нет, просто когда ты не играешь в эту игру, вообще не то что там месяцами, годами, какой ты там можешь нагибатор быть. Я вон в армату неделю не поиграл, все, у меня уже скилл теряется. Да ладно, вчера я видел. Не, ну все равно надо это отрабатывать, пристрелять, пристреляться, часов два, там три погонять. Руки отвыкают, короче. И пробил. Семерку. Так, надо так, чтобы стать красиво. Светить я никому не буду. Нахрен надо. Ангар. Ты кого-то уже забрал. Я забрал. Да, вижу уже. Ни хрена выгребает, смотрите, как это, когда на месте крутишься, короче. Ух ты, черт, как меня достали. Кто это меня достал, интересно? Модов нету, так плохо. Да, ты тоже и без модов не можешь, вообще. Я знаю, я вообще просто как слепой, непонятно. На 600. Блин, где ты там так красиво стоишь? Я тоже так хочу. Да вот на этом. Ты знаешь, сколько их? Ну, наши должны затащить, потому что сейчас... Вот тут именно сейчас будут рашить прям. Вот тут. Они просто все растянулись по всей карте. А, на 700. О, где ЕСОС? ЕСОТка едет. Сейчас я его вижу. Трамбую. Давай сотку трамбуй, потому что она сейчас меня, на меня будет залиться. Ох ты ж, пришло от семерки. Он не понимает, я его сейчас буду трахать. На, сука. Он тебе едет, шалава. Блять, борт не пробил. Все, семерка меня забрала. На катке стоит, конечно. И некому прикрыть, смотри, уроды все стоят, и некому прикрыть, козлы. Боже, как пулька падает. Ну сколько? 1300 я накидал. Капец, какой же ж разброс. Вангар. Ну добили сотку. Поздно добили. Если бы она меня не подсветила, я бы тут еще накидал бы. 4. Тут все так играют, короче, так вот стоят, а то и дрочат. А тут стояло. А у них тут движуха, они тут нас давят, наши там, ой, эти тут. А тут такой же самый, как в армате, Саша, круговорот. Давай, давай, чего? На, ох, сука. Нехило тебя отработали сразу. Опа. Это 62-ка стоит, блядь, 62-ка. Сдалека стоит 6. Да все, надо петлять, их тут ёбаный попасть.
Да, сваливай. Я уже вижу, короче, что давит. Сейчас один ФВХ сейчас убьют и все. Ну, все, сдохло, вали туда. ФВ, надо петля. Тикай, 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 тикай. Вправо уходи. Надо на гору по прямой. Не успеешь. Успею. Я по своему кругу ориентируюсь, минимальному. А-а-а. У них засвет меньше, чем у меня. Я же все-таки ну, да. Светляк. Нас, сука. Думали просто так? Опа, засвет. Ага. Ага. Щенки. Ага, сосамбус. Ага. Наш сдох. 140-й. Да вот это 140-й светит. И сам тебя забрал. Ну ладно, 15-13. Как их? Выходи в ангар. Сейчас ФВХу возьму, слышь, сейчас надо с ФВХ 183-го, чтобы серьезно. Так. ФВХу? Да. ПТ. Так. И обслуживание с, по снарядам, что тут. Правда, я вижу, тут их не до хрена. Да ладно, что так в натуре, короче, с этими снарядами. Там и пало. Перезарядка 23 секунды. В натуре 12 снарядов. Поехали в простой бой, случайный, Саня. Так, ой, не, там галочку. Не, сейчас еще разочек. Хуй собой. Так, а не, оно на ки, оно и так просто в бой идет. Или так, или так. Там просто галочка у меня стоит, оно сейчас может в случайный бой забросить нас. Может в это генеральное сражение. Там просто галочку убираешь, генеральное сражение точно не будет. Да я ничего, на полтора я... часа стримлю. Да, чуть попозже это моды закачаю. Куда пойдем? Направо, налево. Да давай вот тут попробуем. Я сюда не ездил еще ни разу. Давай. Налево там было, там вообще. Культурная семерка, пропустил. Ага. Видал, как красиво. О, сейчас буду делать бада-бум, бада-бум, бада-бум. Пытаешься толкнуть меня? Спидометр все зашкаливает. Тахометр вообще сейчас стрелка по кругу гоняет. Ну, по крайней мере, быстрее идешь. Ну да. В армаде такого нету. Да, а здесь можно. Ну и то, блин, ну вот... Чё, вот скажи, чё ты все друг друга толкает? Да потому что скорости не хватает. Вот это движуха. Что я, что ты посидел? Я рядышком буду. Потому что у тебя зарядка большая. Мы с Исиком вечно как играем, я рядом. Ну, так-таки надо возводить. Зато я могу плюшку хорошую вхерачить, а ты можешь барабаном добить любой танк. Ну, естественно. Целая стратегия. Хэви сейчас хреновый на стрельбу. Ну да, я... Пуха косая. Я на 50-б последний раз играл уже. Сменил хэви на 50-б. Чего не пробил?
Бля, по 62-ке просто в борт выстрелил и не попал. Я ее видел прекрасно, короче, что она ездит. Не красиво, но на центре до хера. Тут же ж пульки летают куда хотят. Это ж не пульки, это кусок шлакоблока, блядь, просто вылетает. Ну да. Ты же видишь, это на снаряд даже не похоже. Убожество какое-то. Он все седьмому, походу, сам дали. Ух ты, черт. Гриль меня подработал. Скотина. Красиво. Красиво, слов нету. В кабину. А нехер стоять. Он думал, там танканет башней. Танканул. В ангар. Я на перезарядке. На Type 5 Heavy. На 500, конечно. Ну зато семерочкой нашей помогу. Да, КД, конечно, просто вообще огонь. Давай, у тебя же 2000 хп и 7. Ёб твою мать, забери Type Heavy. Весь барабан мимо. Супер геймплей. О, Е50М поехал, сейчас будет со свет. Угу, жду. Нету нифига. Поехали вперед. Через центр, я думаю, надо. Ни одного дамага еще не сделал, прикинь. Да, бывает. Зато нам больше достанется еще. Еще до хрена. Еще 15 осталось. Еще 11. Я в этом бы режиме, наоборот, чтобы подольше было бы прикольно, короче, и чтобы не сразу дохнуть, а жизни в два раза увеличил. Вот, к примеру, у каждого танка сколько есть, вот, к примеру, у этого есть 2000, вот 4 ему добавьте, 1000 хп. И тогда будут нормальные такие бои. Ангар. Один-один, Саня. Так, не вижу ни хера. Я тоже не вижу. Я на КД пока. А, вон он. Сбежал, засранец. Ну да. Ну, 18-16, можно еще и проиграть. Вот шлюха. Я не пойму, как арта меня видит, а? Как меня арта видит? Я ж, блядь, не в засвете. Как эта шалава меня видит? Вот тварь. Кто-то светит, видать. Смотри, как работает по семерке красиво арта. Да, вижу, вижу. Сейчас есть, сука. Я же знаю, где она шалава. Здорово. О, здорово, здорово. Как дела, Рома? Да так,
Что там? Гренный формат? Да не, не, зашел в эту, в картофан, тут новый режим 30 на 30, решил, короче, посмотреть, что тут. Ничего там? Да хрень его, за это воюю, типа, стреляю. Так, по фану, времени-то нет играть. 600. Ой, красиво, 600. Хреново, я думал, я его заберу, теперь он меня заберет, у меня там КД. Все, сейчас я бегу к тебе, бегу. Все, да, один назад. Ах, его рот. 20-20, ну ты его заберешь сейчас. Надо забрать его, 35 хп, блять, чуть-чуть осталось. Для меня его забрали. А что вот эти два ИСа седьмых и гриля боятся? Ах ты, зараза. Доехать вот сюда, вот тут арта, вот, вот тут арта, едь прям к ней, вот тут. Вот, смотри. Да, за той горой, наверное, справа, да. Они ж там прячутся всегда. Ну, бачат там сбоку. Так он нормально, это херня. Там хп. Он далеко. Далеко. А чё те ИСы седьмые боятся крылья? Там ну, уже... наконец-то. Да чё, я так, он потихоньку, короче, видишь, зашел посмотреть, что тут такая... Лето, работы, море, вообще, короче, толком не играл. О, веселый Роджер, хай-хай-хай, привет. Вот, поэтому понемногу, когда есть возможность, видишь, сейчас не играю туда-сюда. Плюс там свадьба тоже на носу тут уже. О, кошмар. Все вот эта движуха понемногу. Поэтому вот так вот как бы. Будет зима, будет получше, короче. На, он убежал, да, уже. Двадцать. Ну, нормально, короче. Чё? Нормально. Я на КД. По процентажу даже мы выиграем. У нас 12, у них 5%. А, сейчас я эту семерку доберу. Ну все, у них 4% осталось. Сейчас этого доберут хэвика. Все, хана. Срочно. Бачите ли ее? И эти крысы. Да, вот. Надо так, еще арта должна быть одна, да, где-то? Mm-hmm. А, вот она. Семерка, вали отсюда. Все, забирай, арта к тебе бежит. Ха-ха-ха, умри, сука. Не успел я. Падла. Так, ну что, ребят, на этом все. Буду заканчивать. Вот такая вот тема у нас. Birdown Tanks на сегодняшний день. Такой вот режим. Кому интересно, заходите, смотрите. Что могу еще сказать? А с вами, ребят, был Император Prime. Всем спасибо. Всем пока. До связи. Все. Следующий стрим, я думаю, по армате будет. Так что всем пока.